Где-то кусок шевалялся тут. Сейчас туда зачищу здесь. И как я говорил, цементом замажу его. Должно трохи еще побыть, да? Угу. Ну, чтобы оно дальше не ломалось хотя бы, не дай бог, чтобы не треснуло. Понятно, что вот. Я переживаю. Такие этаж. Хорошо, сейчас я переоденусь. Угу. Так. Там у нас отсюда. Вот еще продолжение было. Тут он чистил, с другой стороны, тут он еще одна отпала. То есть она уже давно уже треснула, где-то может капало откуда, может отсюда где-то капало на него, я не пойму. Да я не знаю, может и капало, потому что мы где-то год как ее квартиру купили, так я не знаю. Угу. Может у них и капало, но мы уже когда у нас так и не капало, поэтому. Оно, знаете, благодаря чему держится? Благодаря, что вот это вот есть вот какой-то упор, ага. Вот это не давит сильно на него. И вот этот кусочек еще такой, более-менее живой, так оно как-то еще поддержит. А это, если бы не было вот этого упора, оно бы уже лопнуло давно. Вот такой вот. CX5. Угу. Меняется за день, да, если, ну, все купить, там, все это, то... Ну да, можно за день.
сейчас оно стянется и... Оно-то было такое вот надколотое, понимаете, но оно же держалось. А это сегодня я подходить, оно, ну, отпало же уже, то оно так хоть как-то держалось. Угу. Может, теплое же греется, ну, типа это, оно застывает, так. По крайней мере, будет пока держать.